Библиотека под открытым небом. Летний читальный зал в областной библиотеке имени Сабита Муканова работает с 10 июня. Здесь можно полистать интересные журналы, почитать свежие газеты и узнать о литературных новинках. Подробности в материале Александры Соломиной. Легкий ветерок, щебетание птиц и любимый томик под рукой – просто рай для любого книгомана. Летний читальный зал в областной библиотеке имени Сабита Муканова открыл свои двери. Североказахстанцев он радует уже третий сезон подряд. Прийти провести время с пользой может любой желающий, даже тот, кто читателем библиотеки не является. Когда создавался читальный зал, то учитывались интересы всех читателей, всех категорий читателей – и для взрослых, и для детей, и для юношества. Надеемся на очень теплое, жаркое лето, потому что у нас здесь холодок, здесь можно хорошо отдохнуть и провести организованно свой досуг. В прохладной тени летней библиотеки только сейчас время за чтением проводят около 15 человек, а за весь день здесь бывает порядка сотни посетителей. Это плюс для читателей, это удобно, это доступно, это зрелищно, можно отдохнуть. Подышать свежим воздухом, подчеркнуть новую какую-то интересующую информацию и в то же время общение. Среди частых гостей библиотеки – дети. Здесь они могут не только читать, но и играя, изучать языки. А это стол для буккроссинга. Книгоманы могут поделиться интересными изданиями с другими читателями, а взамен взять любую другую понравившуюся книгу. Организовали здесь и летний кинотеатр. Посетители с удовольствием смотрят фильмы и новости. Кроме того, скоро для петропавловцев и гостей города будет доступна еще одна услуга. Сейчас у нас реализуется проект «Мобильные библиотеки». Это такие специальные плакаты, на которых изображены книги. Каждое изображение снабжено специальным QR-кодом. Владельцы мобильных телефонов, планшетов, они могут считать этот QR-код и загрузить на свой гаджет электронную версию книги. Сейчас эти постеры в типографии. Мобильной библиотекой североказахстанские читатели смогут воспользоваться уже через 10 дней. Александра Салмина, Михаил Казначеев, новости НТРК.